Итак, если вы хотите попытаться попасть на райскую планету, вы можете это сделать. Кришна говорит, вот путь, например, для того, чтобы отправиться на Луну, требуется огромное мастерство и знание в совершении кармической деятельности, ритуалов кармаканды. Благодаря кармаканде, благодаря вашим благочестивым поступкам, вы можете вознестись на Луну. Об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. Но вы не можете попасть на Луну, следуя собственному изобретенному методу. Мы доберемся до нее с помощью силы наших реактивных аппаратов и спутников. Подобным образом, вы можете попасть на Питрилоки, и вы также можете остаться здесь, на этой планете, Бутыча. И вы также можете вернуться домой, к Богу. Если вы спросите, что лучше, отправиться на райскую планету или вернуться домой к Богу, кто же разумен, если вы спросите, каковы блага от достижения планеты и возвращения к Богу? Об этом говорится в Бхагавадгите. Если ты придешь ко мне, тебе не придется вновь рождаться в этом материальном теле, исполненном страданий. Ты останешься в своем духовном теле. Итак, наше движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы помочь всем живым существам возвыситься. Конечно, это не для всех, это очень сложно. Но всякий, кто принял это движение сознания Кришны, если он следует принципам, тогда он непременно вернется домой, к Богу. В этом нет сомнений. Кришна Мадхава Дина Даял.